В одном из магазинов на улице Орловской областного центра видеокамера стала очевидцем преступления. Молодой человек напал на продавщицу и похитил выручку из кассы. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция. На записи видно, что парень с увесистым пакетом в руках долго бродит по торговому залу и изучает обстановку. Злоумышленник посмотрел прямо в объектив камеры, которую, видимо, не заметил. Дождавшись, пока покупатели покинут помещение, молодой человек ударил продавщицу и бросился к кассе. Подсчитав выручку, почти 22 тысячи рублей, неизвестный скрылся. Данный гражданин, как бы мы подозреваем, возможно, причастен также к другому преступлению, которое было совершено 16 ноября. Этого года. Также неподалеку от данного павильона был совершен грабеж сумки у женщины в вечернее время. В настоящее время также лицо не задержано. Если вы узнали этого молодого человека или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, не останьтесь равнодушными и окажите содействие следствию. Достаточно позвонить по номеру 02 или 102 с мобильных телефонов.